ты тут еще? Тишина. Тишина. Для начала поем. Бей тревогу. Только петь будут все. Здорово,
еще ушки. Андрюша, опять опоздал на учение. Брось ты, подумаешь, какое учение. Обижайся. Гони собак. Иди, дружочек, погуляй. Вот как. Слушается хозяина. Ой, вот так собаченька. Шум. Вот. Подайте слепенько, обогрейте несчастного убогого. Пустите страдальца, пионерчиков. Куда? Он слепенький. Проводите слепенького пионерчиков. Отдохнул. Пустите несчастного страдальца. Отдохнул. Холодно. Пустите старика обогреться. Ребят, проводите-ка старика. Будем продолжать учение. Лучшим воздушным летом нас защитит Красная Армия. Ну и каждый из нас должен знать свое место. Ребята, среди нас есть чужой. Это старик, да еще слепой и глухой. Петя и Андрюша. К заводу. Есть. Ваня, ты должен потушить электрический свет на базе. Есть. От дому отбылся, я в базу, да в базу, мать помог бы. От дому я в базу, да в базу, матери помог бы. Тетенька! Довольно тебе Ваня пилить. Совсем от дому отбился.
наша вам. Приютите, обогрейте, странничков запоздалы. Собери-ка, голубушка, поесть, старичка. Посмотреть, нет ли кого. Как только начнется налет, угу. так, вы наводите панику, угу. Слухи распускайте всякие. Понятно. Пионерская база стоит на горе, а завод рядом. Так. В базе будет гореть свет, поэтому светом наши узнают, куда бросать бомбы, чтобы разрушить завод. Ваня, туши свет в базе. Тише. Знаю. Так. Шевелится кто-то. Никого нет. Ничего. Божья тварь какая-то. Пискнула. О, Господи, Мать Пресвятая Богородица, святые угодники, 40 мучеников. Засыпались, молчи, дурак. Ой, страшно. Боюсь. Вставай. Господи, Бог, распечатай свое зиё. Чего испугались? Кошка прыгнула. Действительно, кошка. Открывай, старик! Деточки!
Конфетку не хотите ли? Не бери, он враг! Женька, не смей, брат! Брось, он враг! Брось! Правильно, правильно, Сока! Молодец, молодец! Товарищ! Вы тебе не товарищ! Молчи, его заговорить надо! Кем здесь разговаривали? Дяденька, я скажу! Обманешь, наверное. Все вы тут заодно. Здесь красноармейцы были, тебя искали. Вишнён, надо полёт сделать! Да-да, свет на базе выключил! Алло! Алло! Ой, не пущу! Пусти, раба Божья, спасти тебя хотим! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дому сидишь, беги! Сказали, нельзя на улицу выходить! Всех в домах передушат, газ пустили! Ой, помогите! Ой, ой, что брать-то с собой? Соседке не забудь сказать! Помогите!
могла и умереть. Сейчас поможу. Ой, хорошо еще из дома убежала, а то бы его совсем умерла. Теперь совсем конец. Газы давно улетучили. Противогазы можно снять. Батюшка, во мне газы снять. А запах газа вы чувствуете? Ой, нет. А поблизости бомбы падали? Ой, нет. Дышите. Вы совершенно здоровы. Нельзя, тетенька, без противогаза ходить и пальцы раздавить. Обманули меня. А что ж ты теперь в противогазе остался? А мне в противогазе удобно. Понравилось. А раньше не хотел учиться. Товарищи, то, что вы видели сейчас на сцене, может случиться и в действительности. Враг готовится к разгрому Советского Союза. Каждый из нас должен быть готов участвовать в обороне СССР. Ребята, знаете лозунг товарища Сталина? Знаю! Скажи. Чужой земли не хотим, но и своей земли ни одного вершка не отдадим никому. Ну, а теперь нашу песню. Ребята, а вы тоже с нами пойте.